Мы отрабатываем позиционную атаку. Вот, готовимся к играм. Будем использовать это в играх. А сейчас пока работаем, тренируемся, идет работа. Ребята, в принципе, стараются. Какие-то специальные элементы нарабатывать именно на завтрашнего соперника на Кунлуне? Ну, конечно, отрабатываем. Просто говорить не будем, да, вслух все это дело. Поэтому мы отрабатываем каждый день, по чуть-чуть отрабатываем. Ребята впитывают все это, делают, стараются, выполняют. Самое главное, хорошее желание. Это и обстановка, атмосфера в команде, в принципе, неплохая, хорошая. Насколько сильно поменяется состав по сравнению со вчерашним? Ну, еще по составу еще не обсуждали, поэтому будем еще думать, да, ну, посмотрим. Все будут играть, всем дадим шанс проявить себя, поэтому здесь проблем не будет.